Курск стал губернским городом и центром Курского наместничества. За ратные заслуги Курск награжден 9 апреля 1900. В состав Курска входят три административных федерации. Древний русский город, основан в первой половине. Без вестей не может жить Россия, что несут то радость, то беду. На село нам почту приносила тетя Маша на своем ходу. Ноги-то горючего не просят, хоть далек до станции маршрут. Иногда полуторка подбросит или на телеге подвезут. Чаще же с попутным только ветром мерила в обувке босиком все свои 12 километров между почтой и родным селом. Собирались все у сельсовета вечером, когда прийти должна. Жизнь как на ладони, нет секретов. Где секреты, ежели война, где любой твой шаг селу известен и где скрытность вовсе не в чести? Потому и собирались вместе. Вместе легче все перенести. Что несет она? Со страхом ждали? Или же с надеждой письмеца? Все порой в походке узнавали. Или по выражению лица. Вот и нынче подошла и встала. Тихо среди бабьей всей родни. В сумке что-то все перебирала, кто-то вскрикнул: «Маша, не тяни!» Похоронка в криках вся забилась, женщина, вдруг вставшая вдовой. Черной стаей воронье спустилось, черной тучей встав над головой. И она, безвинная по сути, говорила, голову склоня: «Бабоньки, меня не обессудьте. Служба вот такая у меня. Петька-инвалид вдруг начал тризну, с горя самогон пустив разлив, а она стояла неподвижно, ни одной слезы не уронив. Что-то, видно, тоже с ней случилось. Может, в чем-то ощутила связь? Подошла к вдове и поклонилась. Отошла и к дому подалась. А когда домой пришла, устала, села, сумку с почтой сняла. Похоронку мужнину достала. Что достать при людях не смогла. Все крепилось силою своею, продолжая внутренне дрожать. Но потом, собой уж не владея, бросилась в рыданиях на кровать, билась птицей, исходя от боли, видя все, как в дымке полусна. Ах ты, доля, женская ты доля, что же ты наделала, война? Утром, на колени встав пред Богом, подавила сердце рвущий стон. Сумку взяв, вновь вышла в путь дорогу. Тетя Маша, сельский почтальон.